поступило сообщение от генерального директора моей организации о том, что со мной будет связываться офицер ФСБ, следователь ФСБ, на предмет мошеннических действий в отношении меня совершаемых. И с того момента я просто как будто провалился куда-то. Действовал по указаниям псевдо-следователя, оказавшегося в итоге мошенником. Вот. На меня оказывалось сильное психологическое давление. И под воздействием этого давления меня вынуждали брать кредиты в банках на очень большие суммы. Это продолжалось в течение 5 дней. 5 дней я просто находился, не понимаю, в каком состоянии. Не мог адекватно оценивать ситуацию. В итоге оказался жертвой мошенников. Очень качественная и профессиональная обработка с их стороны провелась. Мне под предлогом тайны следствия сильно не рекомендовали связываться с кем-либо из руководства, сообщать о этой ситуации семье, родственникам, действовать в полной конфиденциальности.